Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и мы продолжаем играть в эту очаровательную игру. Я надеюсь, вы смотрели предыдущую серию, где все показано, где все мы тут мучимся, все вместе мучимся, как пройти, как упасть, елки-палки, как не упасть и уйти из этого злополучного сна. Есть такое слово? Вроде есть. Надеюсь, вы это увидели, если нет, то... Смотрите, в плейлисте все это есть, и мы с вами сейчас продолжим проходить эту головоломку, как уйти из этого завода и как проснуться, потому что игра об этом, как нужно, как сделать так, чтобы проснуться. То есть мы сейчас спим, мы оказались в каком-то или на каком-то заводе, нам нужно как-то отсюда уйти, и это у нас делается очень-очень легко. Ну, очень легко это мягко сказано, потому что это нихера не легко делается. Тут нужно очень, прям очень, я бы сказал. У нас тут все работает на физике, то есть физика игры, она своеобразна. Я бы сюда бы протиснулся, нет, не протиснулся бы. У нас физика тут работает, да? А если у нас физика тут работает, это не так уж все и легко. Так, ящик держим, но как его... Ко мне закинуть. Ящик. За мной. Ящик. Ко мне, мать твою. Не хочет. Ящик не хочет к нам идти. Это плохо. Берем его отсюда. Как тебя туда затащить? Я не понял. Ну, давайте поднимемся наверх. Раз не хочет ящик, тогда мы к нему пойдем. Так, давай, прыгай. Наверх. Вот так. Давай. Есть. Под балочкой. Да. Вот так. Молодец. Прям как в цирке, прям. Значит, делаем по-другому. Берем ящик за задницу. Взяли. И поднимаем его. Как тебя поднять-то, ящик? Он не хочет подниматься. Ёлки-палки. Так, ручки вверх. Делаем вот так. Прыгаем вот так. Нет, не то. Так, не то, ребятки, не то. Надо как-то... Смотрите, прям как в цирке. Прям циркач, прям настоящий циркач. Как это я делаю, хер его знает. Но как-то мы все-таки это дело с вами делаем. Как же толкнуть его? Никак. Он туда не влезет. Или влезет? Нет, он не влезет. Нифига он не влезет. А поднять? Мы же грузчики, блин. Вот грузчики, работники. Давай. Есть. Наконец-то додумался ящик поднять, блин. А может мне так вот пройти? Вот так, отлично. Опять у нас физика фризит, физика. Процессор вроде у меня не слабенький, ребятки. У кого интересует, что у нас за техника, на каком компьютере мы играем, в описании все есть. Вроде бы процесс не слабенький, но все же физика в игре у нас нас маленько подводит иногда, потому что очень... Сложно, да не падает, елки-палки. Че ящик падает? Давай, иди сюда. Иди сюда, вот становись сюда, и все нормально будет. Так, проходим дальше. Ребята, я думаю, я очень надеюсь, что мы закончим наконец-то чекпоинт. Взяли чекпоинт, и мне сейчас нужно как-то туда попасть. Туда попасть. И мне что, опять ящик нужен будет? Решили что? Вижу лестницу. Вижу... Рычажок. Да, хватайся за рычаг. Вот так, бери рычаг. Это можно сюда подвинуть. Это можно, да? Ну давайте на серединочку поставим. Вот так вот. Середина? Ну, почти середина, можно будет даже. Даже еще ко мне, вот так вот. Но! У меня есть другая идея. По идее, можно туда запрыгнуть. Но мне ящик нужен будет, да? Мне... Кстати, да. А, ящик я если возьму, там двери закроются. Походу, да. Двери закроются. Что ж, давайте попробуем прыгнуть все-таки туда. Прыгнуть вот с помощью этого лифта. Я прыгну вот так вот. И потом вот так вот. Мы это дело все быстренько прыгаем. Это дело мне не подвинуть, конечно же. Я понимаю, что это у нас подвижная хрень. Но с моим персонажем этого не сделать. Блин, опять что-то у нас фризит. Так, секундочку.
Короче, каждый раз, когда у меня фризить будет, я буду на секундочку останавливать запись. То есть буду ставить на паузу, потому что это мне поможет. И проблема решится. А, вот он, ящик там сверху. Ящик сверху. А я могу же так, да? Могу. Могу? Или не могу? Могу, конечно же. Вот так, все мы можем. Все мы можем, когда мы можем. А теперь прыгаем вот сюда. Я понял. Это у нас все, ребятки. Игра работает на интуиции. То есть, если у вас интуиция развита, если вы все правильно... Ой, елки-палки, офигеть. Твою же мать. Я вовремя успел руки отпустить. Охренеть. Вот сейчас мне рычажок нужен прямо вот здесь. Вот так, все отлично. Берем ящик. Я уже понимаю, что нужно ящик закинуть на другую сторону. Это нам само собой понятно. Но это еще не так уж и легко сделать. Давай, бери, бери меня. Давай, поднимайся наверх. Я хочу вместе. Вместе, все. Нормально. Тащи ящик. За собой тащи. Давай. Работай. Давай. Ты же можешь. Только не упасть. Только здесь самое главное не упасть, потому что, мне кажется, если я упаду, это дело начнется заново. А, берем рычажок, тащим его в другую сторону. Вот так вот. И. А чё и? Прям до следующей лестницы. Прям до следующей лесенки. Вот так вот. Прям до туда. Отлично. Я даже, если хорошенький разгончик возьму, я сделаю вот так и прыгну прямо вот туда. Мне ничего другого не понадобится. Это дело заработает сразу же, моментально. Поднимаемся наверх. И прыгаем вот сюда. Ой, тихо. Берем ящик. У нас пофризило маленько, сейчас уже не фризит. И открываем дверь с помощью этой вот кнопки. Вот так вот это дело вот работает. Мы оказались в следующем чекпоинте. Так, что мы видим? Вижу дверь. Там дверь. Дальше, тут какой-то... Какие-то перила там. Здесь подъемник, это 100 пудов подъемник. Здесь платформа. Стекло. И рычажок. Стекло и рычажок. Так. Мне, походу, я понимаю, нужно туда. Какой звук, смотрите. Мой персонаж скользит по стеклу. Офигеть, нормально. Давайте посмотрим. Подъемник работает вот так. Ага, можно, я понял. Все у нас как бы работает. Мозги есть, интуиция есть. А мне бы стекло сломать. А, стекло сломаем 100%. Наверное, что-то вот это вот желтое, походу, кинем вот сюда вниз. И стекло 100% сломается, поверьте мне. Я знаю, о чем говорю. У нас до сих пор все отлично. Работа. Тихо. Нормально все. Вот так поправим. Все. Есть. Все шикарно. Ну, не идеально, но... а мне тоже туда надо. Ха. Тихо. Мне туда еще тоже попасть надо. Блин, опять фризит. Так, на паузу. Да, походу, игрушка... Иногда физика фризит. А я понимаю, я знаю, когда она фризит. Это 100%. Блин, все сломал. Все сломал. Фризит, когда что-то у нас шатается, когда что-то трется. Чего-то. Не-не, вниз. Подъемник вниз. Эта ерунда упадет туда. Вот так вот, отлично. Потом я прыгаю сюда. Вот сейчас она уже легла, вот эта вот платформа легла плавненько на подъемник. И ничего у нас не фризит. Понимаете, да? Но мне еще тоже подняться наверх нужно. Это я сделаю вот с помощью такого вот способа. С этой стороны она не должна вроде бы упасть. И потом прыгаем дальше. Вот так вот. Давай. Вот так. Мастера, короче, мастера паркура. Это у нас можно назвать, блин, серию не Human Fall Flight, или как его там называется игра, блин. А мастера паркура, да? А что тут?
Тоже нужно? А, тоже нужно ручками. Все нужно делать ручками. Прыгаем сюда, прыгаем вот так вот. И... Нет, это надо... Это уже на автомате уже должно было работать. Так, и вот эту вот хрень мы, походу, 100% должны... Должны вот это вот желтое, в желтую ерунду должны туда закинуть. Походу, да? Вниз. Или нет? Но что это мне даст? А, там рычаг откроется, я понял. Давай, бросай. Бросай. Это должна упасть. Эта ерунда должна упасть вниз. Нет, сначала надо вытащить. Походу вытащить. Ой. 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 У нас даже физика игры заработала. Так, это упало. Ха, я понял. Я понял, ребята, это мне поможет закинуться вот туда наверх, то есть туда, в эту вот дверь. Понятно. Понятно, понятно, ребятки. Мозги, если есть, все у нас понятно будет. Это вот сейчас я толкаю туда. Это падает вниз, ломает стекло. Я тоже падаю вниз. Отлично. Все отлично. И вот этим вот, этой вот качелькой я... Надеюсь, дверь откроется, не надо будет ничего держать. Нормально, 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 отлично. Я думал, сейчас опять что-то надо будет мудрить. Ха, ребятки, вот сейчас будет весело. Вот сейчас будет весело, давайте посмотрим. Давайте, 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 смотрите. Раз, два, три, опля. Держимся и качаемся. Качаемся, качаемся. Давай, давай, давай. Раз и два. Не знаю, как у нас тут не фризит, потому что тут тоже как бы физика как-то работает. Но если она работает правильно, значит, это фризить не должно. О, сломали ногами, даже сломали стекло. Офигенно, смотрите, как он высоко поднимается. Раз и два. И до пяти, короче, считать будем. И три. И четыре. И пять. И прыгнули. Опля. И мы выбираемся из этого сраного сна, ребятки. Мы с вами победили игру. Не знаю, это последняя игра стадия или нет, но мы, по крайней мере, что-то достигли в Стиме, и нам говорят, вы хорошо и отлично, отлично, что там у нас рисуется, там у нас снизу что-то прорисовалось или мне показалось, ребятки, мы, я надеюсь, я не прошел игру, потому что это было бы очень быстро и слишком прям быстро, но у нас пишет loading, у нас загружается что-то, и сейчас что? О, загрузилась новая карта. Офигеть, отлично. Я думал, это будет последняя. Это будет последняя карта. Но это все же не последняя. То есть тут кое-что еще можно сделать. Так. Да, это уже неплохо. Хорошенький замок. Очень хорошенький замок у нас тут. Прям хорошенький, хорошенький. А тут у нас что есть? У нас есть замочек, его надо походу сломать. Ломается он, конечно же, 100%. 100% у нас ломается замок как? Как у нас ломается замок? Сейчас я вам скажу, наверное, этим вот... Вот это, этим вот камнем, да? Или нет? О, тут у нас... Я не понял. Что за звук? Это я в игре слышал или где-то в другом месте? Что-то я так и не понял. Ха, странно. Странно, но мне кажется. Что такое? О-о-о, там интересно будет. Там будет интересно. Там будет очень интересно. Так, ребятки. Фризит опять. Почему фризит? Что-то я здесь сделал не так, и у нас камень, походу, не работает как надо, да? Дайте я тебя подниму. Вот так вот. Все. Камень нам мешал и фризил игру. Я думаю, здесь мы серию закончим и начнем эту вот серию. Эту вот серию закончим. Не закончим, а пройдем ее. Эту вот карту пройдем ее в другой серии. Ребятки, с вами был Кентавр. Это было... О, у нас и подсказочка подошла вовремя. С вами был Кентавр, это у нас коротенькая серия по Human Fall Flat. Надеюсь, вам все понравилось. Если да, ставьте, конечно же, лайки. И чем больше лайков у нас будет, чем быстрее они у нас появятся, тем быстрее у нас выйдет следующая серия. Это у нас какой-то замок будет. Замок. Выбираться надо будет отсюда и что-то с ним еще делать. А, кстати, давайте возьмем все-таки подсказочку. Нет, подсказочку я возьму потом. Всем удачи и всем пока.